Спрашивали? Отвечаем! Как понять, моя постройка недвижимость или нет? Налогоплательщик должен сам определить, является ли его объект объектом недвижимости. То есть, если его объект имеет под собой капитальный фундамент, и который, в общем-то, привязан к его земельному участку, то есть этот объект уже является объектом капитального строительства и может быть зарегистрирован в органах Росреестра. Если это, предположим, легкая беседка или какой-то навес, вот, ну, также это может быть, ну, и какая-то времянка, обычная хозяйственная постройка. То есть эти объекты, они не являются объектами капитального строительства. Естественно, если ваш объект не зарегистрирован в органах реестра, то он и не является объектом налогообложения и налогами не облагается. Все выпуски программы на сайте первомедиа.ру. Телефон редакции 64 82 81.